Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Let's go! What's the fucking noise? Сейчас на этой сцене на вас будет выступать КВН-команда «Можно на ты». И как сказал бы Александр Васильевич Масляков... Мы начинаем КВН. Ну что, начнем? Или продолжим? Сценка 8 марта. Что подарить, что подарить, что подарить, что подарить? Что подарить? Милый? Да-да. А ты не забыл, сегодня праздник? Не, я уже купил подарок. Ты купил подарок? Купил. Купил, купил? Купил, купил, купил. И что ты мне купил? Не скажу. Это, наверное, белье. Ага, нижнее белье. А синее или красное? Ну, красненькое. Красное, понятно. Не, не, не нижнее белье. Это, наверное, айфончик, айфончик. Айфончик, да что ж ты так хочешь нижнее белье? Что ты будешь делать? Не, не айфон. Ну, коробка конфет это дешево, конечно. Дешево, 30 рублей. Слушай, а что ты купил моей маме? Я? Твоей маме? Так, концепция меняется, коробка конфет возвращается. Точнее, тебе. Дорогая, очень прекрасный подарок. Ну что, опять коробка конфет? По статистике, девушки, которые не едят после шести, напиваются первые. Случай в роддоме. Опа, привет, пацаны. Здоров. Поздравляю с пополнением, друзья. Кто? 3, 4. Пацан! Красава, молодцы. Пацаны, да у меня пацан, самый пацан из ваших всех пацанов. Я пришел, он так ногами машет. Второй Шевченко, по-любому. Футболист, хорошо это. У меня наоборот, у меня боксер, походу. У меня хук слева, хук справа, так, так, так. Красавец. А что, Костя? Боксер? Шахматист? Нет! А что там? Теннисист. Депутат! А что, Костя, что случилось? Он вообще ничего не делает! Лысые шины, зимние шины. Нет, случай. Случай дома. Мам, я иду гулять. Сынок, ты шапку надел? Мам, я не буду надевать шапку. Сынок, как это шапку одень? Мам, ну я не буду одевать шапку. Ты чего маму не слушаешь, шапку одел? Ну со мной девочки не дружат, мальчики от меня бегут, никто, ты без внуков останешься. Сынок, шапку надень. Без внуков? Да. Сынок, работа есть работа. Костян, смотри, видишь, что девушка в третьем ряду? По-моему, на тебя как-то так смотрит. Вот та, да? Она еще, походу, ходит с трудом. Случай на паре. Ань, скажи! Костя, отстань. Ну, Ань, скажи. Костя, отстань, я пишу. Ань, ну скажи. Костя, препод услышит. Я уже 3 ночи не сплю, Ань, да скажи. Да не беременная я. У-ху! Для вас выступала КВН-команда «Можно на ты». Костя!